эпизод! Итак, всем привет, мы продолжаем проходить на сайте на какие-то предложения. И у меня это будет целая серия, поэтому мы... Была. Проникновение в арсенал,
Значит, хотите убить то, что сквозь из каната. Если что, у меня полная синхронизация достигнута. Когда первый раз я проходил эту миссию. Что ж, погнали дальше. Проникновение в арсенал. Считайте убийство с кого-то из каната. Может быть, с этого рада получите у меня. Однако придет по крышам лезть. Все так. Этот тип выглядит знакомым. Дурь, какая проблема. Видел его раньше. Откуда же ты? Как прошел твой... Напомнил он мне. Тебе не уйти далеко. Эфенди, подожди. Мы закончили давить. Ну, то есть собирать налоги с торговцев в северном квартале. Кажется, я видел несколько недружелюбных людей во время последнего обхода. Арацин! Да, этой штуки не поздоровилось. Какое-то время она будет не при делах. Здорово ты ее отделал. Кстати, выпить не хочешь? Я знаю один хороший табак. Быстро! Кончай его! Фу, наконец-то. Так, а это еще сегодня кто у нас на допросе. Убить его до того, как нас прервали в самом начале патрулях. Кажется, говорили о твоем большом... Наслаждаешься последними мгновениями? Так почему же твои родители не хотят говорить о свадьбе? Твоих бывших ног ты лишишься первыми! Я же видел его раньше. Что он делает? Одеваться. 20 лет жалкой жизни в этом городе. И вот все начинает вставать на свои места. Когда влияние палеологов будет восстановлено, не забудь, кто помогал тебе в этом. Ну что ты, друг? Я никогда бы не предал такого влиятельного человека. Но нужно запастись терпением. Новый Рим не сразу строился. Все в порядке. Мне пора на корабль. Если груз будет поврежден, денег не получите. Мерда. Хватай! Проклятие! Куда он делся? Мне кажется, что не получится от этого ответить в квест.
поймаем! Доброго задания. Вот он! Я его вижу! Следующее воспоминание. Это уже портрет женщины. А, ну и все. Я думаю, я далеко ушел. Ну ладно. В принципе, серия будет короткая, я просто хочу нагнать в этой серии то, что мы то, что вы не увидели. А дальше уже продолжим, в принципе. В основном еще в эту конец. Я чем-то вас рассердила, сударь? Господи, да что же заставило вас это сделать? Все, поехали. Салюты. Я почти вычислила еще две книги. Одну у Топкапи и другую в районе Бейзит. Сперва Бейзит. Топкапи — это тупик. А, си. Вы знаете, что это такое? О, Эцио. Инкредибили. Старая коптская книга в хорошем состоянии. Потрясающе. Должно быть перевод, сделанный в третьем веке. София, что здесь произошло? А, пару раз в год такое случается. Люди вламываются в лавку, чтобы поживиться. Я не держу здесь ценного. Но на этот раз лишилась дорогого мне портрета. Жаль. Не беспокойтесь. Я найду ваш портрет. Эцио, вор уже, наверное, далеко. Если он пришел за деньгами, но взял портрет, значит, он сейчас пытается его продать. Ну, если вы найдете его в ближайшие часы, я буду неподалеку от Акведука. У меня там дела. Так, теперь надо попробовать украсть так, чтобы торговец нас не заметил. Эй, мне что? Нельзя иметь все, что хочешь. Сохраняли спокойствие и доброе расположение духа. А вот и наш подозрительный тип. Какой? Так,
Камера, блин. Где он, Ладро? Отвечай. Я нич. Да наплевать. Буду бить тебя, пока не расколешься. Я нашел. Для начала научился бы врать как следует. Боже, спаси! Господу и без твоих молитв ем заняться. Отвали! Сты, безумцы! 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 Раны! Мне все равно, как портрет попал к тебе. Где он сейчас? Я продал его торговцу на базаре. Жить-то как-то надо. А ты попробуй работать, а не красть, каналья. А, теперь он... мне надо придумать, как. Я чем-то вас рассердила, Люблю. Выкрыть портрет. Эй, я чем-то вас рассердила. Да что такое? Ты совсем перепился. Что за причина такой грубой? Пожалуйста, простите меня, эфенди. Я продаю один портрет, если вам интересно. Прекрасная работа. Правда, она как живая. Удивительная красота. Так. Черт, за взрыв! Для меня это уже слишком. Блин, он не отошел. Остальные пошли проверить. Окей. Так. Золото? Быстрее! Что это ворота получилось? По-моему, очень похоже, правда? Оригинал лучше. Буффоне. Отец подарил мне его на 28 лет. Я неделю позировала мессеру Альбрехту Дюреру. Представляете? Целую неделю сидела, ничего не делая. Ужас какой. Уна тортура. Итак, я нашла место, где спрятана вторая книга. Кстати, это недалеко. Грация. Эцо, что все это значит? Вы не ученые, это видно сразу. Вы служите церкви? Не церкви, нет. Я своего рода учитель. Я все расскажу, София. Но позже. Ну что ж, все, прошли. И все получается, мы теперь должны идти по главному сюжету. Я думаю, вот два всего у вас погнали, да, ура? Два. Может быть тогда пройти... Еще одно сюжетное задание, но только уже связанное с ключом. Я спущу на тебя. Сперва мы книгу должны найти.
Виноват, виноват, ухожу. Пока. Командир наместников Византии, ваших славных защитников, просит всех жителей района с пониманием. Хватит! Сейчас я тебе покажу! Ну давай, давай, покажем. Ради общего блага. Какой чёрт? Таверная у господина найдётся для меня монетка. Прошу меня извинить. Процветание торговли в вашей дороге. И всеобщее равенство. Для содержания гарнизона управителей Византии в этом районе потребуется введение нового налога. Платить его должны все граждане. Знаки и символы. Часть вторая. А, там вот там вот. Чёртовы уличные артисты! Сраные придурки! О, боже мой! Вот странно! Лучшей сделки вам никто не предложит. Да что же это? Рабочий форум. Кстати, надо бы починиться, наверное, у кузнеца сперва, а потом отправиться в этот. Хотя... Не, мне покалили. Мне покалили, заниматься, поэтому нет. У меня еще хватает точек синхронизации. Или пунктов синхронизации. Так что нет. Что на бычьем форуме нас ждет? Что ты нашел? Еще один ключ? Нет, какую-то дверь. Она каменная, что ли?
О, неплохо. За такой же дверью нашли первый ключ. Ты ему лез. И как же тогда ее открыл, а? Никак. Землетрясение помогло. Пороха. А у нас всего несколько бочек пороха. Должно хватить. Если нет, попросим еще. Дьявола! Ассасин! Бежим! Бычий форум. Не получите урона вообще. Тебе не уйти отсюда! Нет, он где-то здесь. На принципе, мастер была так. Ассасин! Получилось. Урон, хотя пошли. Не надо, не надо быть настолько уверенным себе. Может быть, надо. Так, стоп. Ну куда? Он позади. Стреляйте! Блин. Он ведь это не засчитает, за то, что я урон получил. Я просто взял. Он не стал от течения. Нет, нет. Он где-то здесь. Ассасин! Он позади. Стреляйте! Убейте, ублюдка! Да, блин. Есть порох! Используем его! Назад! Освободите место! Да не надо, да так он прыгает. Когда надо, он не может прыгать нормально. Хватит, когда не надо было.
когда надо. Сам. Ассасин! Покажись! Убейте ублюдка! Не видно, куда идти. Надо было по бокам повысить. Ассасин! Покажись! Убейте ублюдка! Есть порох. Используем его. Назад, освободите место. Он позади. Его недооценивать! Вот черт! Да блин! Он позади. Не стоит его недооценивать. Блин, опять что ли? Вот черт! Ну нет, он. Блин, на самом деле это легко, просто. Этого не туда направляют, просто не то, не те движения делают. Получить урона вообще. Ну что теперь это и сделать? Надо поймать ублюдка! Добивать.
На самом деле, эту миссию можно в первый раз пройти. Это легкая вообще миссия, самая быстрая. Сфера. Так, центральная. Да, центральная, я был прав. Видите? Интуиция. Третий ключ Масиафа, предпоследний. Кстати, стоп. Тут есть еще, да? Да, видите? Сундучок. Великая бомба. Ага. Порошок дурмана. Или яд дурмана. Капитан этой базы топлиеров и верхний труп, и он бежит, если обнаружит вас. Ну давайте убьем в этой серии этого топлиера. Капитана базы. Снова рыбой торговать. Нужно уходить. Я зашрам его. Офигеть, конечно. Эту гребаную башню. Мы благодарны вам за вашу доброту. Вниз! Немедленно! Он сильно выделяется, нет? Где я мог раньше встречаться с ним? Вон ты где! Умри! Блин, попали, гады. Вон он! На.
Ты, видимо, не хотел жить. Поэтому заслужил. Весьма зрелищно. Но зачем? Ну что ж, ребята, все. На этом мы с вами закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока. В следующей серии мы уже продолжим историю Альтаира.